Всем привет, с вами Привет. Сегодня поговорим об изменении получения бонусов в таком строении, как башня магов. Все прекрасно знают, кто заходил и кто играл хотя бы последние так пару-тройку дней, что прошлая башня магов построенная давала бонус на получение бонусных баджиков на артефактную силу с выполнением локальных заданий. То есть мы летали, делали абсолютно все локальные задания, даже на ресурсы, даже на профессии, даже на самую обычную огранку камня в Долоране по ювелирному локальному заданию, даже локальные задания питомцев. И за все эти локалочки с некоторым шансом можно было получить баджик на силу артефакта с построенной башней магов. Это второй ее бонус. Каждое здание циклично. Оно имеет в своей ротации 4 бонуса. Номер 1, номер 2, номер 3, номер 4. Итак, если рассуждать конкретно о башне магов, то баф номер 1 – это баф, то есть бонус на получение дополнительных книжечек на силу артефакта при прохождении миф плюсов и рейдов, и обычных мифик подземелий, и там, возможно, даже героических, но не суть. Номер 2 бонус – это как раз-таки тот, который был уже, это с локальных заданий. Номер 3 – это бонус на репутацию, и номер 4 – это бонус на то, что мы могли ходить по воде. Итак, к счастью, бонус номер 3 и номер 4, как я правильно понял, удален из игры, и остались только два. Это номер 1 и номер 2. Номер 1 на силу артефакта с рейдов и подземелий. Номер 2 это на силу артефакта с локальных заданий. К чему я пришел к такому выводу? С чего вообще? 2-3 дня назад был бонус на силу артефакта с локальных заданий. Следовательно, следующий бонус должен был быть на репутацию. Но почему-то опять пошел бонус на подземелье. Очень сложно, очень много фраз, возможно, однотипных, и понять сложно, но суть в том, то, что теперь башня магов будет сильно полезна и будет реально давать очень много силы артефакта. И ненужные бонусы, типа 30% репутации и хождения по воде, удалены, и это достаточно круто. Все-таки сила артефакта никогда не помешает при его прокачке, уж до 101-го нам еще долго это дело раскачивать, так что я вполне доволен, да. Напомню вам касательно силы артефакта, то, что при получении нового знания, максимального на текущей неделе, допустим, вот, ну, следующее это в четверг будет, понятное дело, знание, но в четверг я не буду собирать рейды, я буду собирать их во вторник. То есть во вторник мы на стриме соберем ЛФРки, нормалы, ХМы, потом изумрудный кошмар мифического формата для людей весьма одетых. Вот так вот. Само собой, первыми будут инвайтиться сагильдийцы, друзья, друзья, друзей, а уже потом люди со стрима. Мест 10-15 для людей со стрима всегда есть. Так что приходите к самому началу, все анонсы в ВК-группе о каком-либо дне существуют. Всех вам благ, счастья, здоровья, пользуйтесь только топовыми гайдами, как говорится. Легендарок вам побольше голды и до скорого!